Ты готов? Чё, как, зрители? С вами Гагатун. Сегодня будем смотреть кассетный тизер, трейлер фильма «Дизлайк». Давай, 3, 2, 1. Один. Окей, это уже очень многообещающе выглядит. Да, ты видел глазки? Стагматик фильм с Я Кристаллом. подумал, что эти глаза были из Ну да. какого-нибудь Team Fortress'а. Самые популярные видеоблогеры. Вон, я вижу там это... А где Сергей Симонов, кстати? А кто из них популярный видеоблогер-то? Неправдоподобный Это фильм, актеры или что-то. они реально популярные где-то? Не знаю. Я никого не узнаю. Это Ни хорошо? Это Хованского, ни хорошо или плохо? Симонова, ни О, Панчларина. Хованский был. О, Хованский был, все-таки Хованского позвали. Добро пожаловать. Что происходит? У нее имя написано, чтобы я ее узнал. Фу, она какая-то... Типа Она что, порнозвезда, что у в нее за доме без татуировка Wi-Fi. странная? Кто? Чё? А это я, Их кажется, просто знаю. убивать будут? Ну, слушай, хороший фильм тогда, если их убивать будут веселее. Да, типа 8 блогеров будут убивать. Но их всех убьют ведь? Но я никого из них не... Что? Что происходит? Просто Хованский катается всех. Блин, а как они его не видят? Он там... Почему у А, них осьминог смотри. на голове? Что происходит? Дизлайк. Это чё, чей фильм-то вообще? Скоро. Что? А, это наш фильм. Слышь, это наш фильм. Тут даже две ютуберши играют. Но кто они? Они... А, кто Мария эти? Вэй А, и Мария вторая... Вэй. Да, вот это, я такой думаю, что-то Диана Милис. Кто лицо. это такая? Кто? Ну, Но... вот не знаю, кто вторая, не Я знаю. их имена только слышал, я их не видел, слава богу, никого. Диана Мэдисон. Диана Мэдисон, да. Окей, тут какие-то картинки с ней, где она... Окей, она похожа как Я раз таки. нашел ее канал. 4000 подписчиков. Но она популярный Четыре блогер. тысячи подписчиков? Я тебе так Ты скажу, она очень серьезно? популярный блогер. Может, ты не тот канал нашел все-таки с такими-то... Диана Мэдисон. С Тут таки... с просто... такими-то буферами Мне должно кажется, больше она быть. вайнер какой-то. Блин, она младше меня на год. The fuck? The fuck, man? Есть ее инстаграм. Мне кажется, у нее подписчики в инстаграме в основном. Я хочу быть тоже популярным. Ну, нас не позвали с тобой сниматься в этот фильм. Значит, не популярный. Но я хочу быть... Я бы, кстати... Я бы сыграл хорошего убийцу. Или там кого-то, кто на дороге стоит и говорит... Ну, ребятки, зря вы туда поперлись, вас же там Да, вон, вы замочат. слышу, у него в Инстаграме 1 миллион подписчиков. Вот, в Инстаграме, значит, да? Ну, Это кому-то чувак, важно, я Инстаграм? тебе так скажу, просто вот девчонка на аватарке, которой, значит, изображено, как она пытается облизать шар, этот мяч баскетбольный. Ну, Ладно, как бы, я посмотрю, да? как Мария Почему не Вэй выглядит, подписаться? потому что я не это... Окей, она как... Они как куклы все выглядят, эти губы. Ладно, я конечно, надеюсь... Я сейчас наговорю что-то лишнее, потом мне фанаты Марии Вэй придут и будут говорить, что я уродливая. Я и так знаю это. А, у нее тут даже картинки со съемок есть. Ну или у нее просто Да, месячный я тоже. видел. Ой, слушай, но это слишком низкий сорт. Шутить про Ну ладно. месячные. А чем не можно? Нельзя. Можно. Ты что, какой-то, блин, вот этот малыш из этого фильма? Он тоже подходит такой, режет кого-то, пыряет, и потом у тебя что, месячные? И это типа шутка, которая заходит всем в этом фильме. А, и фотка с Данилом Козловским у нее. Она еще и в хардкоре играет, видите? Нет. Она просто его где-то поймала и заставила сфоткаться. Я не понимаю, зачем этот фильм? Зачем? Мне нравится за то, что люди реально... Я думаю, что дизлайки тут не из-за того, что людям не понравился трейлер. Трейлер даже относительно неплохой, да? А, блин, слышь, это она в татуировках. Я понял. Я думаю, что проблема в том, что вот именно люди, фанаты, вот фан-база этих людей, которые в этом фильме есть, им просто пишут дизлайк, и они думают, что это команда какая-то, и поэтому дизлайки ставят. Это Во-первых, да, фанаты хотелось бы дизлайки поставить настояли. дизлайк, это раз. Во-вторых,
Не, в этом фильме я бы хотел больше блогеров увидеть. Блин, я бы реально хотел вот просто, где 8 блогеров в одном доме, чисто вот этот Панч Ларин, да, Сергей Симонов, Шилов. Ну там, да, моя команда из XCOM, я бы посмотрел это кино. Мне нравятся комментарии, типа, дизлайк, так дизлайк, убийца, Мэдисон, убийца, Симонов, маньяк, Ларин. Тут реально про всех, короче, что маньяки, это все остальные. Нет, нет, для них это слишком... Маньяками, да блин, маньяком потом в намаз какой-то окажется, скорее всего, то есть это точно не кто-то из популярных. Ну почему без сразу? Обид. Я думаю, что останется... Нет, я думаю, ну какой-нибудь пятиковатый чувак должен оказаться. Да скорее всего, Ивангай окажется убийцей, вот честно. Ивангай какой-нибудь, или Фрося, Фостерс какой-нибудь, или нет... Фрост, вот я его все не мог никак назвать. Фрост, кажется, убит. Он такой, это снимет себя футболку, будет типа бисепсы свои в камеру показывать. И такой, я убийца. Бисепсы свои. Почему он стоит как свидетель в одном кадре? Ты вот этот видел, когда он там. Это, и он просто стоит такой, как свидетель. Он реально в позе свидетеля стоит. Это один в один. То есть, сейчас я эту картинку нагуглю, но он реально в этой позе стоит. Они похожи на косплей. Да. Он даже по размеру подходит. Я открыл картинку, и там картинка одинакового размера. Ну, это... Я в кино не пойду. И надеюсь, что я не увижу, что его показывают в кино. И, скорее всего, кассетный тизер значит, что они сразу на DVD выйдут только. Где таким фильмам и место. Вердикт, говно. Я, это, ты же знаешь, что там на самом деле будут новые ёлки с блогерами? Такая чё? Фигня. Не, не слышал. Нет. А, это, Тимур Пих-Пих-Пехов, или как там его? Он снимает ёлки новые, и там будут блогеры на блогеры, и все блогеры будут. И поэтому все пойдут в кино, видимо, на это. Ёлки с блогерами, я написал. Поэтому дизлайк, он даже выглядит, ну, более-менее порядочно как-то, да? Ну, тут убивает, в принципе, для жанра этого. Ну, не так плохо. Этот ребеночек, ну, честно, хорошая. Я бы такой купил себе маску после просмотра фильма. Если бы я его посмотрел, то я бы наверняка пошел бы и купил себе маску. Я все хочу. Ну, да. Нечестно, мне кажется, что в какой-то момент им просто... стали показывать их же ролики, и они стали орать и такие удрать волосы, и он такой стоит и смотрит. Ну, может быть, в этом и есть весь прикол. Да. Ладно, на этом конец этого ролика. Я надеюсь, что вам понравилось. Если вам понравилось. Ролик даже не должен был быть записан. А может, как так вышло, что этот ролик появился на свет? Ну, как этот фильм. Я просто случайно нажал на трейлер. Как этот фильм появился на свет, скажи мне, как он появился. Так и этот ролик появился. Да. Ты думаешь, типа, кто-то завез блогеров в дом? Такой, давай поубиваем их там, а другой такой, давай снимем шоу. Я уже записываю. И я такой, бля, ну я вообще-то уже нож достал. А ты такой, все, я включил, я записываю, давай. Я такой, ну ладно, давай, я буду убивать, а ты будешь это снимать. Хотя, как бы это противоречит одно другому. Я не хотел сесть в тюрьму за это, поэтому я вывез их за город. А ты теперь все снимаешь, я такой, типа, не очень как-то. Вот. Ну маска, у тебя же есть маска, в чем твоя проблема? Маска у тебя есть. Да. Стоп, вообще, я пошел. Ты еще записываешь, что ли? Да, этот момент, где они смеются, она такая... Или она плачет, она смеется или плачет, и там вылезает этот ребёночек. Чё? Я прослушаю шутку, расскажи еще раз такое. Она такая... Что? Дизлайк. Она такая, ха-ха, как смешно. Скоро. Там сиськи в конце в самом, или нет? Вот тут сиськи в самом конце, брат. В этом трейлере сиськи в самом конце есть. Блядь, забанят же за это. Там сиськи реально в конце. Там последние несколько секунд сиська на 3 кадра, наверное. Чувак! Чё?
Ты меня слышишь? Там сиськи в этом Сиська трейлере. на три кадра. Я все слышу, сиська на три кадра. Просто, ну, ты как, знаешь, ты типа, поставь, опасность на 5 часов. Ты поставь медленную Сиська на три скорость. кадра. Там на медленной скорости можно спокойно поставить стоп-кадр с сиськой. В фильме На есть какое сиськи. чего? Почему? Зачем вообще ты мне сказал это посмотреть сейчас? Мне не особо интересно, есть в трейлере или нет. Но Но тем не они это менее. оставили в трейлере, сиську. Где Они ты сиську в говоришь? трейлере прям последняя Где? секунда. Успокойся, успокойся. Меня забанят за сиську в конце, сиська. 27-я секунда, да? Да, последняя. И прям поставь медленную скорость воспроизведения и посмотри. Или мне кажется, вдруг это что-то другое. А где-то, подожди. Но Мне я кажется, думаю, где что уже просто. все-таки это сиська. Сиськи, то есть. Ну, одна точно Так, есть. да, ну похоже. Или что это? Или это глаза? Не, глаза. Глаза на маске, думаешь, или все-таки? Че это они, на что это они намекают? Кто-то из них там сиськи будет показывать? А, это, наверное, сцена в душе. Слушай, это сцена душная. Они кого-то из них уговорили, сказали, это ради искусства. Все дела, даже в трейлер ставят. Почему компьютерные глаза? Почему компьютерные? В смысле? Ты имеешь в виду в этом моментике? Где глаза Да. видно? Да никто на них Ну смотреть не нет. будет, какая разница. На не, как будто реально глаза из Team Fortress какие-то. Ой, какой отстой, все, ладно, спокойной ночи, пока. Да, чувак пишет. Я человек простой, вижу сиськи, в конце трейлера ставлю класс. Ну да. The fuck? The fuck? Они как они это залили вообще?